Всем привет, это Ирина Михайлова, наше седьмое занятие курса по дыханию. В прошлый раз мы с вами попрактиковали ПДИ, полное дыхание йогов, и научились кумбхаке, задержки после вдоха, а также коснулись расслабления. Сегодня мы поделаем ПДИ снова и сделаем новое упражнение, новую пранаяму, которая называется сунака, это задержка после выдоха, и сделаем более подробное расслабление сидя. Итак, мы начинаем с ПДИ. Мы сделаем 4 вдоха, 4 цикла дыхания с набором энергии в область сердца и выдыханием черного дыма. И еще 4 подряд ПДИ с набором энергии точно так же и распределением по той области, которую вы хотите полечить. Итак, мы начинаем с того, что мы проверяем позицию. Позиция максимально расслабленная. И немножко вытянутая наверх. Мы делаем короткий выдох толчком диафрагмы через нос и начинаем наше ПДИ 8 раз. Немножко посидели в расслабленном присутствии. Мы сейчас делаем ПДИ достаточно быстро. Когда это упражнение осваивается, вы постепенно чувствуете, что ваше дыхание удлиняется. Чем больше вы расслаблены, тем длиннее дыхание. Но напоминаю, что вдох равен выдоху. И сейчас мы перейдем к суннаке. Сунака делается так. Все и кумбхака, и сунака делаются на основе ПДИ. То есть вот та же самая формула дыхания. Живот, середина, вверх на вдохе. Живот, середина, вверх на выдохе. И все 6 частей равны между собой. Сунака, задержка на выдохе. Итак, мы делаем полный йогический вдох, затем полный йогический выдох. И задержку после выдоха. Так же, как и кумбхака, мы недолго сейчас, до 5 счетов мы посидим в задержке. И затем мы сразу делаем быстрый шумный вдох через нос и очистительное дыхание, выдыхаем черный дым. Итак, еще раз, мы делаем полный йогический вдох, полный йогический выдох, задержка после выдоха на 5 счетов. Шумный вдох, очистительное дыхание. Поехали. 2 раза сделаем.
проверяем нашу позицию с вытянутой прямой спиной, но не напрягаемся. Если нам недостаточно одного очистительного дыхания, вы можете делать два или три. Что у нас здесь с сознанием? На вдохе, как обычно, мы набираем прану серебристо-голубую из черного звездного космоса в область сердца. На выдохе мы распределяем ее от диафрагмы до ключиц. На задержке мы продолжаем распределять. Ну и дальше очистительное дыхание черный дым. Набор. На выдохе распределение. На задержке распределение. Очистительное дыхание черный дым. Два раза сделаем. Немножко посидим расслабленно и посозерцаем свое состояние, свое дыхание. Хорошо, и сейчас мы сделаем более подробное расслабление сидя. Мы садимся, облокачиваясь на спинку стула спиной. Сидим расслабленно. Тут мне, честно говоря, удобнее сидеть очень плотно, прижавшись ягодицами к спинке, но дальше спина у меня прямая. Но вы сидите так, как вам удобно. Вы находите удобную для вас позицию. Итак, давайте начнем. Со вдохом переплетаем пальцы рук перед собой. На задержке вдоха подтягиваемся всем телом. Пальчики ног на носочки, ноги напряжены. С выдохом мы полностью расслабляемся и садимся в исходное положение. Глаза закрыты. И мы начинаем расслабление. Расслабляем ноги, пальцы на правой ноге, от большого пальца к мизинцу, каждый пальчик в отдельности. Пальцы на левой ноге, от большого пальца к мизинцу, каждый пальчик в отдельности. Расслабляем стопы, правую, левую. Лодыжки, правую, левую. Голени и икры, правую, левую. Колени, правая, левая, бедра, правая, левая. Расслабляем таз и внутренние органы полости таза. Затем возвращаемся вниз. Расслабляем бедра, колени, голени и икры,
лодыжки, стопы, пальцы на правой и левой ноге, каждый пальчик в отдельности. Затем вновь поднимаемся вверх, расслабляем стопы, лодыжки, голени и икры, колени, бедра, таз, внутренние органы полости таза. Представим или повторим про себя. Мои ноги расслаблены, расслаблены. Они тяжелые, тяжелые. Расслабляем руки. Пальцы на правой руке, от большого пальца к мизинцу, каждый пальчик в отдельности. Пальцы на левой руке, от большого пальца к мизинцу, каждый пальчик в отдельности. Кисти, правую, левую. Запястье, правое, левое. Предплечье, правое, левое. Локти, правый, левый. Плечи, правое, левое. Плечевой пояс. Затем снова возвращаемся вниз, расслабляем плечи, локти, предплечья, запястья, кисти, пальцы на правой и левой руке, каждый пальчик в отдельности. Затем снова возвращаемся вверх, расслабляем кисти, запястья, предплечья, локти, плечи, плечевой пояс. Представим или повторим про себя. Мои руки полностью расслаблены, расслаблены. Они тяжелые и теплые. Расслабляем грудь, мышцы груди, живот, мышцы живота, внутренние органы полости живота. Расслабляем поясницу, мышцы спины, идя снизу вверх. Обращаем внимание на легкие. Мое дыхание ровное, спокойное. Мое дыхание ровное, спокойное. Бережно, с любовью и уважительно обращаемся к своему сердцу. Мое сердце работает спокойно и хорошо. Мое сердце работает спокойно и хорошо. Мысленно просматриваем себя от плечевого пояса до кончиков пальцев рук и ног и обратно. И расслабляем все, что не успели расслабить. Представим или повторим про себя. Мое тело расслаблено, расслаблено. Оно тяжелое. Тяжелое. Расслабляем голову, шею, мышцы шеи, лицо, мимические мышцы лица, лоб, в области лба легкая прохлада, глаза, круговые мышцы глаз, губы, язык, расслабленный язык касается кончиком верхнего неба. Нижнюю челюсть, она слегка отвисла. Расслабляем мышцы под волосяным покровом головы. Представим или повторим про себя. Моя голова ясная и легкая. Моя голова ясная и легкая. В заключение мысленно просматриваем себя от макушки до кончиков пальцев рук и ног. И обратно, и расслабляем все, что не успели расслабить. Представим или повторим про себя. Я полностью расслаблен, расслаблен. Мне легко и приятно. Я отдыхаю, отдыхаю. Мыслей в голове нет, они приходят и уходят.
заканчивая наш отдых. Со вдохом выпускаем пальцы рук перед собой. На задержке вдоха потянулись всем телом пальцы, пальчики ног на носочки. С выдохом расслабились, вернулись в исходное положение. Со вдохом потянулись направо. С выдохом вернулись в исходное положение. Потянулись налево. Со вдохом. С выдохом вернулись в исходное положение. Сделали глубокий вдох и на выдохе открыли глаза. Такое расслабление вы можете делать до 15 минут. После того, как вы расслабили тело, вы можете посидеть какое-то время, каким вы располагаете. И это можно делать даже в метро или где-то, где вам приходится чего-то ждать. Конечно, вы не будете там делать вот таких потягушек, но можно, по крайней мере, напрячься незаметно и расслабиться. На этом мы заканчиваем сегодняшнее занятие. Мы сегодня сделали ПДИ, изучили суннаку и сделали расслабление сидя. Да, но я обещала дать вам комплекс. Итак, я даю вам ваш первый комплекс йогического дыхания, комплекс пранаям. Он будет состоять из 8 ПДИ, 3 кумбхак, 3 суннак и расслабление сидя. И на этом все. В следующий раз мы с вами изучим очищение огнем Агни-Сарвадхоути. Всем пока, удачи и радости!